«Танцы в парке» – самый творческий и, конечно, самый активный культурный проект в Мозыре. Он стартовал в сезоне 2023 и быстро набрал популярность среди горожан разного возраста. Еженедельно на набережной Припяти звучала живая музыка, репертуар разнообразный от нестареющей советской классики до хитов 90-х и 2000-х. На импровизированной танцплощадке под открытым небом собирались танцующие пенсионеры, родители с детьми и гости городского парка. В этом году открытие проекта назначено на ближайшую субботу, 8 июня. Ровно в 18:00 в Мозыре стартует танцевальное лето. Не пропустите!